После прошлого ролика мы получили отличный фидбэк, поэтому решили снять вторую часть. С каждым днем ситуация усугубляется. Закрывается все больше и больше заведений, отменяются мероприятия, и все больше людей остаются дома. Поэтому в этом выпуске мы продолжаем делиться с вами актуальностями, чем заняться во время карантина. С каждым днем появляется все больше времени на самообразование. Именно об этом мы с вами и поговорим. И начнем мы с книг. Есть несколько интересных вариантов, которые мне безумно нравятся, и я мог бы их вам порекомендовать. Первая книга – это «Богатый папа, бедный папа». Вторая книга – это «Стартап-гайд. Как начать и не закрыть свой интернет-бизнес». Третья книга – «45 татуировок менеджера». Название каждой главы – это цитата, которая несет определенный посыл. На данный момент актуальным является одно из названий глав – «Нафиг аналитику во время кризиса». Очень советую, почитайте. Пока границы закрыты, есть возможность изучить английский язык, сидя дома, и это все абсолютно бесплатно. Самое главное – это желание и куча свободного времени, что в принципе у нас и имеется. Я бы хотел посоветовать вам приложение Duolingo. Просто когда вам нечем заняться, вы залипаете в телефон, просто вспомните это приложение. Там есть разные форматы обучения. Все интуитивно, понятно и просто. Тем самым вы изучаете язык. Это правда откладывается, и в скором времени английский станет вашим вторым языком. Так, все фильмы и сериалы пересмотрел, блогеры уже надоели. А на гитаре ты играть умеешь? Да, точно! Как раз начал учиться играть на гитаре. Нашел крутой канал, называется Гитарист ТВ. Парень максимально понятно делает разборы песен, а также выкладывает видеоуроки по игре на гитаре. Смотрите и играйте. Что хочу сказать. Вне зависимости от того, сколько бы вы ни учились, не забывайте про отдых. И что самое важное, мойте руки. Следите за новыми выпусками. До новых встреч!